Так, ребята, я вот жду с минуты на минуту, должна будет прийти Тася. Прямо сейчас ставьте лайк, я вам покажу, короче, пиццаплекс. Попробуем затроллить Тасю. Над ней поприкалываться, ну или вообще в целом вообще показать, чтобы она удивилась, потому что она не видела никогда пиццаплекса. В общем, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Тася. О, как раз и Тася. О, привет. Сразу давай колокольчик. Колокольчик, да, колокольчик обязательно, подписочку на канал. Да-да-да, тут уже все, серия идет, короче, вовсю, Тася, ты почти опоздала. И знаете что, ребята, вопросик дня, куда вы любите больше всего ходить? Там, не знаю, в кафешечку, может, в кинотеатр, может быть, я не знаю, там, в магазин, может быть, я не знаю, к друзьям. Вот, Тася, ты куда любишь ходить больше всего на свете? На кухню. На кухне? Всегда близко, всегда близко, всегда рядом. А, я понял, твой лучший друг это холодильник. Все, так и запишем. Так, ну что, так, ну кто там еще лайк-то не поставил? Кто-то кушает? А, кто-то кушает, кто-то чавкает. Прям сейчас лайк проставляет. Обязательно при этом аппетитика тебе. Да. Я думаю, лайк поставил уже точно? Уже на этот раз точно? Да, я думаю, точно. Если вы не кушаете, то возьмите что-нибудь покушать и как бы смотрите серию до конца. Так, открыл. О, все, погнали. Вау. Вау, ну слу... О. Ух ты. Мадам. Какая мадам? Нет, что ты к людям-то пристаешь? Пойдем, может, друзей тут найдем. Будем втроем, пятером, вчетвером ходить. А ты вот так вот друзей ищешь, да? Так и подходишь, думаю, мадам. А как по-другому? Короче, ладно, все идем сюда. Я себе иначе представляла. Я себе иначе, как, ну ладно. Фредди, здравствуйте. О, здравствуйте. Добро пожаловать в Пиццаплекс комплекс. Здесь вы можете, в общем, поучаствовать в различных челленджах, чтобы получать знаки отличия. У вас как с ними? Тась, как у тебя со знаками отличия? Честно сказать, у меня со знаками отличия в школе всегда были проблемы. Ну все, Тася, значит, ей не повезло. Федор, ей повезло или не повезло? Ей крайне не повезло. Вам надо будет пройти сейчас испытание. В Фазер Бласт, там получите одно знак отличия. Гольф Монти посетите, вы получите еще один знак отличия. Гонки Рокси закрыты, туда доступ только VIP-посетителям. А вы пока... В общем, гонки Рокси для супергероев. А вы пока супер отстой. Тась, что за фигня? В смысле мы супер отстой? Блин, что за невезухин-то такой? Какие супер отстой? Я еще и, блин, со знаками отличия проблемы, блин. Так, ладно, Тась, не ты тут мне это, тут как бы это. О, пойдем, он сказал, в гольфе Монти, по-моему, самый изичный знак отличия. Пойдем, давай сначала соберем самые легкие, а потом, я считаю, будем самые сложные проходить. О, ты знаешь, типа, есть училки, которым легко вот попросить какую-то нормальную оценку. Типа, ты подходишь, так, ну, пожалуйста, и такие, оп, да, окей. А есть где вообще суровые, да, ты подходишь, ну, Марья Ивановна, ну, поставьте, пожалуйста. Она такая, нет. О, блин. Монти, здравствуйте. О, вы посетители, а знак отличия, рок-н-ролл, скажите. Тась, скажи. Рок-н-ролл. О, неплохо, неплохо. Знаете, чем-то на Рокси было похоже? Ну-ка, скажи как-нибудь только там побольше R, так как рок-н-ролл. Рок-н-ролл. О, реально! Нифига, прям на эту, на Рокси вообще похоже. Ну, ребята, пишите в комментариях, было? Ну-ка, скажи еще раз. Рок-н-ролл. Ну, первый раз было лучше, но сейчас тоже неплохо. Ну, рок-н-ролл. Берите знаки отличия. О, Тась, первый знак отличия. Так, берем. Тут изи было. Ого, зацени. Вот это атрибуты, бонусы такие. Капец. Чтоб ты понимал, я сейчас с такими же сижу. Реально? И как это выглядит? Да, серьезно. Ну, смотри, у меня на левой руке, короче, короткие ногти, а на правой подлиннее, чтобы удобно было. Короче, чтоб ультовать жестко, я понял. Это, знаете, это как сейчас вот у стримерш есть. То есть получается, то есть у него такая, ну, типа, прям какой-то стримерша. Ну, почти да, да, да. Все, ладно, погнали. Короче, ребята, вот же, немножечко, знаете, чтобы маленечко визуализировали, кто такая Тася, как она вообще, что выглядит. А цвет волос вот интересуется, ну-ка. Ну, цвет волос... Темненький. Такой, да, темненький. Вот темненький. Как русый, только темненький русый. Темно-русый, короче. Так, темно-русый. Ладно, следующий знак отличия. Давай сейчас подумаем. Так, в общем, мы добыли когти. Теперь нам нужно будет добыть... Так, он говорит, превращаться кого, типа чего? Фокси. Так, ну сейчас, получается, Фазер Бласт с тобой пойдем. Что это? Все? А, ты не знаешь, что такое Фазер Бласт?
Блин, ну страшно звучит. Все, отлично, тогда мы двигаемся именно туда. Все, Тась, пойдем. Сейчас, короче. С такими когтями тому, чтобы Фазер Бласт вот этот вот сделать, блин. Короче, я рассказываю, что такое Фазер Бласт. Короче, Тась, ты когда-нибудь играла, типа, в такую фигню, типа, ну там, типа, есть лазеры, одевают специальное оборудование и типа в друг друга лазерами пью-пью-пью-пью. А, ну, типа было, ладно. Отлично, так, все. И вот это вот сейчас вот это же будет? Да, это же сейчас вот и будет. Так, все, погнали сюда. Здесь будет Фазер Бласт. Я так понимаю, ты вообще не в курсах. Ты красиво, нет? Ух ты, это не он? Это не он. Он. Такой, это фиолетовый такой. О, фиолетовый неон. Я когда люблю уже. Фиолетовый неон, да. И это для тебя. Да не, вообще это стандартный Фазер Бласт, он для всех, тут как бы не только для тебя. Короче, рассказывай. Так, Тась, я так понял, ты не знаешь, что такое Фазер Бласт. Мне только что просто сейчас Тася говорила, это какие-то лазеры, это пока бы типа стояли. Тась, как ты думаешь, по твоему мнению, что такое Фазер Бласт? Ну я же, ну так давай. Лазеры же. Ну, лазеры, там, так, и что они делают? То есть ты думаешь, ну, будет значит... шоу? Ну как шоу, я думаю, ну, там... Ну не, ну ты скажи, Тась, что будет? Ну такой, знаешь, пиу-пиу, пау-пау, там, пау, ай, больно, блин, вот это вот. Правильно, да, сейчас будет батл, короче, так, берем, короче, оружки, мое красное, твое фиолетовое. Так, такая, Тася, такая, чего? Фазер Бласт, короче, цель на арене, короче, нам надо будет побеждать друг против друга, вот как-то так. Тася, ты умеешь играть в стрелялки? А, нет, ну ладно, значит, тебе не повезло. В смысле нет? Ты что за меня отвечаешь? Блин, как тут красиво! Жень, а мне тут стоять или куда мне идти? Идем сюда, короче, идем сюда. Смотри, сейчас я тебе расскажу все по правилам. Я боюсь, мне страшно. А что, а это стекла прозрачные? Ну да? Да, да, да. Прикольно, да, красиво. Ух ты. Ух ты, так, ну все, сейчас, короче, будем стартовать. Сейчас нам выдадут шлем ночного зрения, и мы погоним. Так, ну что, короче, смотри, надо сейчас... ты через ту дверь выходишь, я через эту. Нам надо поставить будет спаун-поинт на арене. Выходи, короче, на арену, мы сейчас друг друга увидим, но не гасим. Так, ну не гасим. Тут выходи. Спаун-поинт поставить? Тась, ты выйдешь, можешь? Тась, ты вот здесь. А! В! ВГД. Короче, смотри, это арена Фазер Бласт. Здесь можно будет бегать. Смотри, ты ставишь здесь спаун-поинт, а я, ну, где-нибудь другом. Или ты можешь пробежать и тоже хоть где поставить спаун-поинт, чтобы я тебя не видел. Так, так ты меня не видишь, пожалуйста. Все, я уже поставил. Так, ну все, на счет три будем начинать. Готово? Спаун-поинт, блин! Все, раз, два, три. Все, игра началась, короче. Надо гасить друг друга. На R перезарядочка. На R перезарядочка. А, поняла! Ты офигел или да? Кстати, если что, мы тут тоже играли с персонажем Ма, она ни разу не выиграла. Поэтому, Тася, я тебе не буду поддаваться, играй в полную силу. Ладно, я не буду поддаваться. Первый раз это я поддавалась. Да. Так, Женечка. Да. Ты знаешь, что тут очень красиво? Конечно. Смотри, вот стой, где стоишь. Я стою. И смотри, там... Ой. Опа! Опа, просто вообще нашел такой, Тася, он бегает такая, смотрит. Да я не бегаю, я не смотрю нормально. Жень, ты чё? А, ладно, сейчас я тебя найду. Сейчас я тебя... Оп! Воздавлю по полной! Просто вообще, Тася, тут надо стрелять, тут надо не бегать, короче. Я стреляла, Жень. Я стреляла. Ладно, так. Ого. Видел, видал, что могу, видал, что умею, видал, какой скилл. Опупеть, скажи. О! Какой скилл. О, у меня патроны кончились, у тебя, наверное, тоже или у тебя еще не кончились? Да, у меня тоже, сейчас у меня перезарядка. На R, я помню. Подожди, надо, короче, это, на паузу поставить, патрончики взять. Так, все, я, короче, перезарядился. Тась, ты прям по-жесткому меня гаси. По-жесткому. Тась, жестко надо, короче. Так, ищем. Кто-то лапы не помыл сегодня. А ну-ка. А, ты что, сзади, блин! Смотри, такая, Тась, так. Ты офигел, что ли, сзади меня гасит? Кто сзади меня гасит вообще? А ты найди меня. Ах ты шалопай. Ну-ка. Оп! Ты что, я тебе хедшот сделала? Нет. Ты как вообще? У меня просто два сердечка осталось. У меня два сердечка. Тась, ты вот... Прям прикинь, насколько близка. Так,
Ну, на следующий раз. На следующий раз. Ничего, а следующий раз не будет, Ась. Я ничего обещать не буду, знаешь, как типа случайно, оно намного лучше получается, чем когда я специально что-то делаю. Так что я просто сейчас буду идти, я просто гуляю, я просто живу. А куда зашла, блин, вообще? Я на другом конце, если что. А, да? Кстати, ну, ты в курсе еще, типа, второй уровень, третий там и так далее? Ну, типа, в плане повыше можно забраться. А, да? Да. Так все, сейчас я тебя с большой горы. Давай. У нас, кстати, осталось еще два раунда, давай, Тась. Оп. Так, Женечка. Да. А где ты? А ну-ка, подойди-ка. Та-та-та-та. Женя, я где-то возле какой-то вышки. Я куда-то забралась, непонятно куда. А, все, сейчас тебя грохнем, Тась. Сейчас тебя снимем, короче. В смысле? Ну ты же не знаешь, где я. Блин, я так и знала, что ты на этой стороне. Капец ты, конечно. Да, Ась, ты где-то? Так, ну-ка. Ты еще тут партизан, понимаю. Да, Ась, ты где-то? Тась. Женя, сейчас я тебя, сейчас. Баста! Тася просто не везет. Тася уже орет, короче. Походу дело знак отличия. Оп. Так, тихо, двигаемся. Спускайся сюда. Ты еще? А ты меня найди. А я тебя нашла уже. Я тебе по голове настучала. Ого. У меня три сердечка. Так, аккуратно отходим. Так, когда у тебя три сердечка, мне как раз нужно тебя валить. А кто сзади, блин? Последний раунд остался, да, сейчас последний шанс, короче, это, победить. Кто сзади-то заходит? Это война, на войне не существует правил. Правилов? Женя, правилов? Да, правил. Может, правил? Ты, блин, русский вообще. Блин, сердечко, оно все, отлично. О, то все стучит. О, тут голос, ну-ка, видно еще. Итак, победили оба, так что оба получают знаки отличия. Хвост! Тась, мы получаем хвост. Русалки хвост? Лисы, мы же для Фокси, она же лиса. Блин. Ты давай пойдем за этим хвостом. Пойдем за этим хвостом. Так, все. А, ну он просто сейчас, вот здесь почти пошли в комнату обратно наград, короче. О, я думала, ты потеряешься в лабиринте. Ты меня вывел. Боже, какая. Подожди, красота, комната не здесь. Комната вон там, пошли туда. Конечно, я знаю, где. Тась, ты где? Ты идешь? Да? А, вон ты. Да иду, блин, иду, я что-то. Тась, конечно, я знаю этот лабиринт, я же его строил. Эту карту всю строил я, короче. Так, а где тогда справедливость? Ёлки-палки. Тась, да? Давай быстрее, это вот здесь кнопочку. Оп, нажимаем. О, нажимай на нее. Все, мы в комнате победителей, короче. Сейчас, короче, нам выдадут хвост. Хвост. Ждем хвост. Ждем. О-о-о! Хвост. Ой. Ты что? Ого, у тебя хвост, и у меня хвост, смотрите. Я вижу, что у тебя хвост. У меня что с рукой, Жень? Я не знаю, у меня одна стала розовая, хвост уже розовый. Тась, трансформация, я в лесу превращаюсь, да! Все, подожди, Тась, подожди, остановись, ну-ка, дай я посмотрю. Тась, а куда он крепится? Куда? Куда, я и спрашиваю, куда? Так, Женя, об этом история умалчивает. Ладно, хорошо. Не скажу, я там немножко чувствую, конечно, куда он прикреплен, но я потом, короче. Ладно, хорошо, я понял. Так, ребят, смотрите, у нас уже почти есть все атрибуты. Смотрите, кстати, у меня темно-фиолетовый, у Таси прям розовый, офигеть. Он под скин, короче. Если красный с твоим синим смешать, то получится фиолетовый. Кстати, а у меня да. Просто вот розовый. Кстати, вот. Это правда. Так, ну что ж, нам теперь надо остальные атрибутики. Нам остались только ушки и какой-то, может быть, бонус. Так, пойдем сходим вообще к Фредди. Может быть, он... Что ты? Ура! Ушки. Я хочу ушки. Так, отсюда вылазим. Оп, так. А что, таким образом? Да тут высоко же не надо! Нормально. Тась, не ссы, давай. Мне вниз! Там нормально было. Это нормально было. Так, все, бежим, друзья. Сейчас будет Светочка, мы уже бежим к Фреддику. Это ваша награда, держите. Это, конечно, не ушки, но тоже круто. Я тебе скажу, Жень, это то, что мне сейчас нужно. Я, кстати, горло простудила. У меня оно больное, так что вот
Как раз. Спасибо. Но это прям вообще няшечки. Кстати, у тебя теперь хвост белый стал. Посидел, седой стал. Белел. Просто белый хвост. Я не знаю, он у тебя то розовый был. Тася, белый хвост, короче. Все, у тебя будет такая прикольная. Я хамелеон. Так, а ты хамелеон, а я Наполеон, короче. Так, сейчас мы тебя пометим, короче, вот так. Что ты сделал? Вот так. Так, все, ладно, короче, у нас осталось... А где нам добыть ушки? Вам теперь открыт проход к Роксаночке. Вы можете выполнить ее последнее задание и получить последний знак отличия. О, прикольно! Вау, я думала, сейчас ушки будут. Давай, пойдем быстрее к Роксане, пойдем! Так, сейчас подожди, я вспомню вообще, куда идти-то. Вот ты вот Тася вообще, например, не знаешь, куда тут что идти. Так, подожди. Я же ту карту строила, блин. Так, нам надо. Так, там Монти. Нам надо туда, сюда, и не туда, и не сюда, блин. Вот сюда, все, погнали. Вот сюда. Ты, Тася, там это, не умничай. Давай идем сюда, короче. Так, Тася, давай быстрее, давай. Чисто включай турбовеник. Давай как лиса, короче. Ого, смотри. А как лисички это переговариваются? I got the safe, Fox! О, Роксан? Здравствуйте. Здравствуйте. Hello, kids. А вам нужно пройти гонки Рокси. Вот, чтобы получить такие ушки. Вот, то есть, короче, но мы согласны, что надо делать? Вы должны просто взять машинки и первыми добраться до финиша. Блин, какая рука все-таки красивая, а, вообще, Тась, ну? Красивая, фиолетовая. Так, ладно, я так понимаю... Не перебила машинка? Да, у тебя твоя фиолетовая, моя красная, надо... Давай, встаем на финиш, в общем, на старт, на финиш, я не знаю, как сказать, Так скажем. А финиш в конце, блин, Жень, короче, ты что такой... три круга тут надо пройти, давай, раз. Три, блин, два. Три, давай, погнали. Три. Оп, все, Тася, чисто, Тася, нюхай пыль из-под моих колес, все, я погнал, короче. О, я просто гоню, я уже, короче, ты видишь, где я, нет? Я запуталась. Женя! Ну, это Тася, короче, просто едешь по трассе. Все, я первый круг уже проехал. Сейчас, о, вон она едет, Тася, ты вообще за пределы. Я заехала, меня выкинуло оттуда, блин, я не специально. Давай, заезжай, я уже еду второй круг, короче. Тась, поторопись, Тась, быстрее. Тась, я тебя видел, Тась, ты опоздала, Тася, ты проиграла. Тась, у тебя машина взорвалась. Нет, не взорвал. Ты что такое говоришь? Вон она тут опять проехала мимо. Тась, там надо, не там надо, по трассе ездить, понимаешь? Вон она едет, короче, смотрите, вон едет. Все, я третий круг сейчас проеду уже, пока Тася первый едет. Все, где ты проехал? Все, я выиграл. Где ты проехал? Я уже... Первый раз, кстати, на машинках. За первый раз мне надо поощрение. Вообще-то новичков должны поощрять. Новичков надо, короче, гасить за то, что они не умеют ездить. Ну да, Тася, а ты как хотела, суровые будни. Так, вон едет. Капец, я съехала куда-то. Не, ну что это за... Короче, тёпайся сюда. Рокси, она, короче, вообще что-то не очень проехала. Что будем с ней делать, Рокси, скажи мне, пожалуйста. Я считаю, что все достойны награды. Все должны получить такие ушки. А я считаю, она недостойна. Нет, она достойна. А я считаю, недостойна. Ты с кем переговариваться-то будешь? Ладно, давай. Блин, не трогай, блин, ты вообще, что ты делаешь, блин? Все, ладно, я угораю, я ее просто троллю. Ну, когда можно будет потроллить Роксану? Никогда. Так, ну все, давай, тащи свои уши, сейчас мы оденем и будем вообще красавчики просто. В один момент. О, сейчас, вон момент, говорит. Так, ну что, сидим, ждем, сидим, пердим. Так, сейчас так, эти машины я сейчас помечу. Так, оп, так. Какой-то, блин, этот фус. Ну, я лис, я лис, короче. Кто спросит, я лис, все. А кто с лисов так делает? Так никто не делает. Я так делаю. Значит, я главный лис. Так, все, ждем уши, ждем уши. Нонсенс. О, нифига, ну ты вообще гремлин, конечно. Кто? Блин? Гремлин. Сам ты гремлин, иди отсюда. Что это? Подожди, не трогай.
Роксаночка, я, конечно, все понимаю. Что это за уши? Я думала, там аниме будет, не? Тась, какое тебе тут аниме? Все, это Рокси. Ну, мы похожи на Рокси, посмотри, ну мы шикарные. Конечно, капец, у тебя лопухи, конечно. У тебя, блин, лопухи! Ты модная даже, смотри, сережка в ухе. То есть, получается, новомодная. О, просто, ай, ладно. Да, Тась, ну шикарно, ну что ты? Я бы кое-что сказала. Тебе не нравится? Выкинь меня вот там вот. Хорошо. Чем повыше, тем лучше. Хорошо. Не знаю, друзья, не знаю, мне нравится. Напишите, как мы вам вообще, красавчики? Мне кажется, красавчики, кстати, в шарфике, с ушками, няшные, поняшные. Не знаю, что тут Тайся выступает. Тайся, ты что выступаешь? Да лопухи, блин, с головы не должны расти. Что это такое? Нормально, уши, ты шо? Вовсе, дорогие друзья, пишите ваше мнение. Мне кажется, очень няшно-поняшно. Ставьте лайк такому смешному видео. Подписывайтесь на канал. Обязательно жмите колокольчик, чтобы ничего на канале новенького не пропускать. Да, это вот важно. И всем пока-пока. Пока, ребят. Не, вообще ушки нормальные, зачет. Ну, типа, они розовые, знаешь, типа, с синеньким, ну, нормальные. Ну, красивые. Конечно, красивые. С сережками. Да. У меня, кстати, ну, сережек много, на самом деле, на ушах. Отлично, все. Let's go, пойдем. Все, отлично.